Снимаем мощное усиление. Вообще. Да, смотри, вообще усиление мощное. Так вот, как я добился такого усиления? Я просто увеличил подачу. Так, смотрим. Тут мы увеличиваем подачу. Вот она пошла. И там просто ад. Смотри, вообще как раздувает. Прикинь, какой КПД большой сейчас у нее. Прикинь, какой КПД сейчас мощный у нее. Вообще, прикинь, как она дует, чувак. Я на этих двух бревнышках уже, знаешь, как долго ее держу. Расход вообще минимальный. Надо просто соблюсти условия вот эти. Парообразование. Что там, кончилось, походу? А тут в этот момент, смотри, что происходит. Идет, идет, идет. Раз. Назад. И опять, оп, туда, оп, опять назад. А эта часть выполняет роль расширительного бачка. Она раз туда, чуть-чуть побольше обратно. Опять раз туда, чуть-чуть побольше обратно. И вот такой расход. Час по чайной ложке. Так вот. Получается, что я ее вытащил. А сюда все равно поступает, короче. Вот видно, что она идет. Вот видно движение. Я вот так руку подставляю. Так руку подставляю. И прям давление такое. Вот она идет, 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 идет. О, о, как жахло. О, как. Мощное, короче, давление, прям пара. А уже прошло сколько времени? Володь, ты пришел. Мы походили туда-сюда. Посмотрели аварию. А это она уже минут 5 вот здесь лежит. И вот такой эффект, смотри, она работает. То есть в ней такой запас энергии, что она работает после того, как ты ее даже, ну, достал. И забери, она работает. Нет, тут фишка в том, что здесь выкрутилась вот эта часть. Устройство саморез, который как сопло работает. Он закручивает этот пар. Сейчас я их вообще подтяну все отверточкой.